Отлично. Добрый вечер, дорогой зритель. Доброе время суток. Сейчас вашему вниманию будет представлен некий тест, который пройдет очень замечательный и знающий в этой области человек Станислав Мелехов. Как по батюшке? Эдуардович. Да. Патрикович. Станислав утверждает, что на протяжении скольки лет? Ну, плюс-минус, 10 лет как есть точно, он употребляет колу во всех ее ипостасиях и разных видах. Да. И сегодня мы проверим сей факт на практике. Вашему вниманию, Стас, предоставлено 6 различных видов колы, среди которых 2 вида кока-колы, кока-кола и кока-кола лайт, 2 вида пепси, пепси и пепси лайт, также русский вариант колы, кола тонус. И наш сюрприз, это уже чтобы вас совсем проверить, это не кола. У вас не кола, ты не кола. Стоп. Начинаем с первого экземпляра. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Сейчас я все объясню. Перед вами есть маркер и бумажки. С обратной стороны бумажки написан правильный вариант. Вы... Нет, написано название. Вы пишете свое название сверху бумажки. Потом, когда закончится весь тест, мы перевернем и посмотрим, как вы угадали или нет. Ну что ж, вы можете приступать. Первый экземпляр. Ой, как это? Образец номер один. Да, образец номер один. Ну давай. Этот человек утверждал, что он знает все вкусы. Абсолютно все вкусы. Ну вы можете сначала попробовать все. Так, да, потом уже. Можно вам делать предположение? Да, конечно. Вода. Образец номер два. Воды. Одно и то же. На концерте вы не стали решать. Кто в мокрых барабанах. Мне не надо бы ничего. Публика, нужна ваша поддержка. Нет, это точно лайт какой-то. Я потом напишу, какой. Наконец-то что-то высветилось в голове, да. Это точно какая-то русская башня. Как вы определили? Молоток. Отлично. Русская кола. Вы же тоже не знаете, где еще, да? Нет. Да, круто. Я уже забыл. Я помню только один номер. Который Патрик уже писал. Естественно. Класс! Кола, точно кола. Ага. Ну что? Сейчас. Вернемся к образцу номер один. Интрига. Thank you.
Исключение осталось только. Не подсказывай. Нет, так все, если он все написал, остался последний вкус. Все-таки, мне кажется, что-то неправильно. Так, это... Как русское это? Русское? Просто кола называется. Оно. Просто кола? Кола. Напиши кола рус. Кола рус, наверное. Вот итак, это, поближе, итак, внимание. Не-не, стой. У нас... Начинается подведение итогов. Станислав, вы окончательно определились со своим выбором. Это точно, да? Ваш выбор. Абсолютно. Да. Итак, мы начинаем с экземпляра номер 4, которым мы уверены абсолютно, да? Да, это квас Никола. Браво! Так, ну, теперь мы пойдем с первого экземпляра и в сторону шестого. Это, по вашему мнению, Пепси. Да. Покажи мне. Номер один. У нас есть доказательства, там все бутылки подписаны маркером. Так. Это была настоящая... Экземпляр номер два. Будет вещать, что это Кока-Кола. Это Пепси. Это Пепси. Пепси Лайт. Ну, следуя логике. Кола Лайт. Кола Лайт. А Кола Лайт здесь вы вообще оплошали. Нет. Это русская. А то, что вы назвали русской колой, это Pepsi Light. Сука. И здесь одно совпадение. Вас! В итоге человек за 10 лет так ничего и не придумал. Да, так более вообще. Все, ребят, можно тебе пить любую колу. И нынче все твои утверждения, то, что Pepsi говно, а Coca-Cola лучше, опровержены окончательно. То есть мы